Вот так у нас подметают в Новокузнецке. Это улица Слесарная. Поливалка работает ночью почему-то. Это так сказала администрация города. А почему сейчас ее нет, поливалки-то? Твою же деревню. Молодцы. Асфальт ложат на Слесарной, поэтому там и дымит этот трактор. Нанотехнологии. Нигде, наверное, в мире такого нет. У нас есть. Никому не дадим. Учитесь. О, как завивает. Как-то так.